чтоб не ездили на Липовку. Мешает немножко. Иногда можно по полю походить, что-нибудь пособирать. Я что-то по-любому где-нибудь попадется. Ладно, время терять не будем. Все равно сегодня конечная цель. Зверевское месторождение. Оно, конечно, занимательно, копание в отвале. Сидишь, физически не работаешь, так, перебираешь камешки. Вот мелкая сыпь крокаита. Это вот еще небольшая кварцевая жилка проходила. Вот это крокаитик, но он отвалится, конечно, он валяется, поэтому нет смысла брать даже такой образец. Солнышко выглянуло. Стало веселее. Здесь уже, похоже, на 100 раз все перебрали. А все равно интересно. А вдруг клад. Так, это неудобно я тут приземлился. Есть, видно ведь, мелкие крокоитики. Хотелось бы интересный образец какой-нибудь. Вот тоже, видите. Может быть, вот здесь вот есть, в глинке, потому что рядышком есть. А тут типа животки что-то. Поэтому нужно аккуратно щеточкой дома. Зубной. Вот, комары пошли. С утра-то было холодно, конечно. Неприятно, 5 градусов. О-хо. Вот тоже интересный образец. Ну, крокоита мало. Это кто-то уже нынче или в прошлом году здесь перебирал.
перебирал. Вот такой вот интересней. Видите, образец сам небольшой, а на единицу площади вот тут мелкие крокоедики. Побежалась такая. Вот такой можно смотреть. Иногда вот так вот шлепнешь. Все, крокоед отлетел. Мне нравятся вот такие вот. Вот. С черненьким. А еще где вакелянит зелененький. Интересные образцы тогда. Тут ведь не будешь мыть. Поэтому вообще-то здесь какие-то вот бутылки лежат. С водой были. То есть, чтобы домой не таскать образцы, народ, наверное, все же моют здесь. Ну, тоже корявый образец. Вот здесь вот может что-то быть. Не что-то, а крокоед. Вот примазки. Вау. Это медная зелень. Кварчуга. Не потащишь же такой балдыган домой. Попадают, попадают, но маловато на единицу площади. Вот здесь вот интересно, вот видите, вон их сразу сколько. Вот и хорошо. Непонятно. Ну вот какой-то широкий обрубочек. И здесь вот кусочек. На самом образце толком ничего нет. На махоньком-махоньком. Yeah.
как приезжаю сюда, обычно это место обязательно смотрю. Симпатичное место. Огромный объем работ прямо проделан дедами. Там дальше тоже ямы. Вот так вот золото добывали. Хорошо в лесу, пока не жарко. Вот это первая яма, ну после тех, которые только что были. Здесь можно каркаид поискать. Оно и видно. Ничего, прогуляемся. Вот это, если по порядку будет, вторая. Кварчики даже, корочка кварцевая. Заходим, пособираем клещей-то. Вот еще одна. Ну, кто-то что-то нас пускали. Кто-то решил там поискать крокоид. Вот здесь тоже. Ну ладно.
пройти, так идти. До конца. В принципе, эти ямы, они недалеко друг от друга. Вот я камеру даже не включаю. Вот еще одна. Фух, надо как-то попробовать. Что-то здесь никто не пробовал работать. Надо попробовать. Ну вот и все, дальше. Дальше, похоже, нет ничего. Ну вот дождь абсолютно не дает работать. Ну, вот, тяжелый. Встречаются такие вот булдыганы. Не понесешь их с собой. Вот так оставляешь. Может, местные кто подойдут. В огород положат. Ну, это мелочевка. Вдоль кварчиковой жилки. Крокоитик расположился. Вот тоже. Ну, это помыть надо. Тоже не камильфо, хотя есть кое-что взял. Помою. Помою, покажу. Фу. Значит, надоел уже. Мелочевка.